Всемирно известный певец Мартин Альварадо выступил с концертом в Дворце культуры «Строитель». Альварадо является одним из лучших артистов нового поколения в мире, и уже сейчас некоторые считают его одним из самых ярких вокалистов в истории танго. На концерте побывала наша съемочная группа. Звучит музыка, на сцене пара страстно танцует танго. После зал замирает под впечатлением виртуозной игры лауреата международных конкурсов Михаила Тоцкого. Но где же тот самый певец, обладающий волнующим голосом и тонко чувствующий музыку? Мы стали сомневаться, на тот ли концерт приехала наша съемочная группа. И в этот самый момент на сцене появляется Мартин Альварадо. La rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor. Около 20 лет Мартин занимается музыкой, и последние 10 лет Альварадо путешествует по Европе для того, чтобы выступать на разных площадках. В репертуаре певца как песни самых знаменитых поэтов и композиторов Аргентины, так и свои собственные произведения. Я стараюсь петь от своего сердца. Если моя музыка доходит до сердца слушателя, и люди получают от этого удовольствие, то я на самом деле счастлив. Спасибо. После антракта певец преподнес зрителям приятный сюрприз. Мартин часто бывает в России. Из-за плотного концертного графика познакомиться поближе с нашим городом певцу не удалось. Но, как сказал Мартин, публика в Сосновом Бору ему очень понравилась. Спасибо. Николай Каратицкий, Алиса Осинцева, Марианна Кравченко, СТВ.